В республиканском кожно-венерологическом диспансере продолжается прием заявок от жителей Мариэл на бесплатное обследование по выявлению раковых заболеваний кожи. В четверг, 16 мая, с 8 до 13 часов дерматологи проведут осмотр и консультацию всех желающих. Приурочено событие к Всемирному дню диагностики меланомы. В последние годы в Мариэл рак кожи и меланома в тройке наиболее распространенных онкозаболеваний. Например, пациентка очень молодая женщина, которая по своей бдительности, в общем-то, обратилась самостоятельно к нам. Образование в области живота очень небольшого размера. Обратите внимание, вот по линейке всего около 5 мм. Выглядит как обычная родинка. При осмотре дерматоскопом мы обнаруживаем все типичные признаки меланомы. Тоже молодая женщина, у которой мы обнаружили пятнышко как раз во время выезда на одно из предприятий нашего города. Образование расположено в области бедра, очень скромного размера, обратите внимание, 2 мм всего. Невооруженным взглядом совершенно невозможно заподозрить в ней злокачественный потенциал. При осмотре дерматоскопом, опять же, четко видны все признаки злокачественности. По словам дерматологов, для развития рака кожи есть несколько доказанных факторов риска. В первую очередь это наследственность, второе – злоупотребление солнечными ваннами. Не рекомендуется пребывание на солнце светлокожим и рыжеволосым людям. Особенно опасен ультрафиолет эпизодический, когда за короткий срок мы стараемся получить максимум загара. Те мутации, которые наносятся нашим клеткам кожи ультрафиолетом именно в детском возрасте, в возрасте после 20 лет, вот, максимально активны с проявлением в форме рака кожи. Проконсультироваться, записаться на обследование или задать интересующие вопросы можно до 15 мая по телефону в Йошкар-Оле 41 99 63.